Ну смотри, то есть реально приказ первого вашего никого не выпускать. Ну хорошо, значит будем погибать, что же делаем мы? Ну тут у тебя есть же выбор. У тебя есть как бы возможность. Уйти с товарищем. Да. Ну тогда мы будем, получается, как дезертиры или хер его знает. Не, я ему объяснил, что мне надо приехать домой. Вот смотри, ситуация. Первая. Я понимаю, я Три понимаю. позиции. То есть, если меня убьют, им насрать. Блядь. Нахуй они мне здесь нужны со своей войной, которая 5 лет будет, 10, блядь, и так далее. Мы же думали, мы прорвем все нормально, а народ здесь не хочет нихуя делать. Ноль, нули, понимаешь? Просто нули, сука. Рано или поздно эта ДНР будет уничтожена, блядь, вместе с ЛНР с этим, да, ебанутым, нахуй. Более того, здесь занимаются только джимами, блядь, воруют, и этот нос, и вся эта гоп-компания, понимаешь, блядь. Тут единственное, вот этот первый, его бы самого вывести отсюда, чтобы он там у нас, если что, возглавил какие-то подразделения. Но он попал под, как тебе сказать, вот эту вот фанатическую религиозную, блядь, секту православия. Они ходят, блядь, тут хороводы, сука, плетут вокруг него, он, блядь, и все хотят, чтобы он православный, блядь, погиб и нас толкает. А сами, блядь, же стоят за спиной и не хотят, блядь, понимаешь, погибать. Я тебя понял, Серый, если я тебе сейчас электронку свою сброшу, у тебя есть, как бы, вариант, что, чем мы можем тебе сейчас помочь, вот реально? Я вот. Хрен его знает, я даже не знаю. Но мне надо окно, куда выйти, блядь, понимаешь? Если мы, допустим, сейчас... Возьмем, начнем пробиваться, блядь, это она через украинскую погранзаставу, это там бой начнется, блядь. Мы либо их уделаем, блядь, и пробьемся, либо, блядь, дырка нужна, блядь. Понимаешь, блядь? Вот в чем дело. Тут хуй его знает, что делать. То есть завязку начала мы можем сейчас завернуть, сесть в машину, блядь, и начать камами, тайными тропами. Мы доедем до границы, блядь. Вот. Ты же понимаешь, вот это пока мозги проебали, блядь, луганскую границу украинцы перекрыли, блядь. Ебут это, понятно, что они хотят сейчас ЛНР, блядь, уничтожить, потом взять кольцо ДНР и взять живым этого первого. Он дурак, сука, не понимает. Вот. Тут такая обстановка между, мало того, что с этими воюют, еще внутри здесь группировки между собой, потому что Донецк поделен на сферы влияния. Это деньги большие, это продажи машин, это похищение людей и так далее, понимаешь? И сами мы здесь поодиночке, блядь, ну просто будет пиздец. Понимаешь? Вот и все. Я думаю, месяц, блядь, минимум, блядь, и пизда этому ДНРу, потому что сейчас их отсекли, ЛНР от этого ДНР, и все, блядь. Что непонятного, блядь? И кому непонятно, блядь? Это просто дело времени и техники, как это будет происходить. Понимаешь? То есть я эту перспективу вижу уже наперед, блядь. Люди не видят ничего. Все борются за какую-то непонятно за что. Нам надо сейчас перегруппироваться у себя землю там, русскую отстаивать, блядь, в Крыму, блядь. Да татар, блядь, если что, дрочить их там, блядь, придурков этих. Да короче, есть, такое, есть такое. Слушай, Серый, давай, я тебе почту кидаю, вот. И главное, мне нужно понимать, что я могу вот тебе сейчас чем помочь. То есть, ну что, тебе... ну, что смотри, короче, это мне последнее лицо, представляешь, интересы военных организаций, правильно? Ну, есть такой. Смысл вот. В чем заключается? Если, допустим, мы будем делать рывок, допустим, сейчас на свой страх и риск, к примеру, вот, и мы уйдем на нашу территорию, и, допустим, попадем в контакт с нашими пограничниками, если я сошлюсь на тебя и дам твой телефон, чтобы люди нам помогли, и стали продвигать нас дальше. Смотри, мне надо знать, на какой ты пункт попадешь, по телефону не говори, я тебе электронку дам, да? Да, я тебе вот, еще сам, я не знаю. Серый, смотри, я тебе дам номер телефона коллеги моего, который находится там. В Ростове? Да. Вот, и он тебе все сделает. Ну, вот. Вот, то есть, ну, это сделать. Просто нужно понимать, какой пункт. Мы еще сами не знаем. Мы к этому пункту. И никто этого не должен знать, пока ты туда не придешь. Да. Вот, хорошо. Понял, да? Я понял. Короче, я понял. Ну, получается, тогда мы делаем так. Значит, то есть я четко реально понимаю, что мне поступает с центра, то есть от вас команда выдвигаться домой. Правильно? То есть команда поступает выдвигаться на исходный рубеж для выполнения других поставленных задач. Я себе так верно. Смотри, ну, делаем так, я знаю, что самого будет. Ну, то есть, все, тебя приказом отдали и все. То есть, насрать на их фанатические настроения, я уже сегодня с утра, блин, это шеф объявил.
Я, честно говоря, сейчас боевые действия вижу в другом ключе. То есть, например, сейчас имею огромный опыт здесь и насажденную свою агентуру. Мы же здесь общаемся с людьми. У нас есть агентура, у нас половинки вещей, надо выдергать. В течение месяца проводить в лагерях переподготовку, блядь, диверсиону, ДРГ. И новые группы забрасывать сюда, входить в контакт и все взрывать здесь, к тебе не матери. Это все бы это понятно. Понимаешь? А вот надо вот этих людей вот нас сейчас вытаскивать, блядь, отсюда, блядь. Тут есть кому воевать, пускай воюют, блядь. Понимаешь? А нас выкинуть отсюда, быстренько перейти переподготовку перевально, блядь, связанную с ДРГ, диверсионно-разведывательными вот этими группами, блядь. Все, блядь. Агентура у нас есть, мы за это время, блядь, сильно, блядь, сейчас мы их на конспиративное положение кидаем, отдаем оружие, блядь, сейчас все. Ну, например, я так думаю. А другие дебилы, блядь, со своим православием все должны умереть за Донецк, блядь. Не видя то, что люди, блядь, сами... Вот я прохожу в форме, мне говорят, что вы были прокляты. Вот мне женщина идет и говорит, этот чуть не охуел. Понимаешь, ни хера себе мы освободители, блядь, мне такое говорят. И мне за... Вы смотрите в город, идите туда по гражданке. Да нихуя себе, блядь, тема, блядь. Да какие ж мы, блядь, тогда сраку тут освободители? За что мы тут воим? За бабло Ахметова? Тут идет просто передел, блядь, бабла. Рубят все, блядь, открыли. Вы им открываете окна, блядь. Они вместо того, чтобы это, машины, сука, отсюда выгонят и в Россию продают, бабло молотят. Вот тебе весь каз, блядь. Некоторые здесь. Фамилии, клички называть не буду, блядь. Ну, по телефону. По приходу разберемся. Ну, ладно, давай, я тебе кидаю, да.